Всем привет, друзья! Сегодня у нас распаковочка с Поднебесной. Такая вот коробочка пришла. Интересная коробочка. Давайте посмотрим, чем нас удивили наши друзья. Поднебесной. Вот, хоп. Так. Вот. Смотрите. Достаем черненький пакетик такой. Коробочка нам уже не нужна. Будем смотреть, что у нас в черном пакетике. Кстати, пакетик напоминает, даже завязан, смотрите, как будто... Я даже не знаю, из магазина в соседнем дворе, как будто из продуктового. Вот, смотрите. Так. В пакете больше ничего у нас нету. Пакет... тоже убираем. И что у нас тут? Вот такой вот осьминожек. Это прикольно смотрится вживую. На картинках, хочу сказать, совсем это выглядит не так. А тут довольно-таки, смотрите, мощные такие ноги. Но кто ничего не понял, это такой штатив. То есть здесь у нас шарик крутится в разные положения. Вот, по-моему, эта штучка тоже съемная. То есть кому шарик не нужен этот, можно, блин, мне кажется, он даже без проблем зеркалку выдержит. Так, давайте с ногами разберемся. Ноги, блин, мощные вообще, блин. Это такие ноги, парни, вообще. То есть эта штука точно уже никуда не свалится. Вон. Ну, допустим. Допустим, вот так вот мы хотим снимать кино. То есть можно еще пониже там. Вот так вот он разложится. Вот так вот будем снимать кино. То есть хотим повыше. Так вот, хоп. Хоп. Хоп, повыше. Так вот у нас будет еще выше. Мне нравится этот штатив. Я ссылочку оставлю под видео. Ой, где-то там что-то 600 рублей, может, он стоит. Не помню уже, блин. Пока идет этот товар, уже забываешь, что заказывал и за сколько денег. Вот, давайте посмотрим, как это смотрится с нашей GoPro-шечкой. Вот. Сюда кронштейн подтягиваем. Вот, все, ничего не крутится, не шевелится. Так вот потуже затягиваем. И, например, таким вот макаром крепим нашу GoPro-шку. Вот. Получается такая вот конструкция, парни. То есть вот это вот можно там даже вот этими щупальцами можно там вокруг дерева обхватиться.
То есть без проблем уже, ну, можно как-то крепить более под ваше воображение. Это уже не скользит, ничего. Вот положили и снимаем кино. Я не очень помню, по-моему, сантиметров 28-30 должно получиться вот это вот щупальца. Это щупальца плюс, смотрите, вот этот щупальца, потом вот этот шарик еще сантиметров 5. Где-то, ну да, довольно-таки длинная конструкция. Можно взять в руку, идти вот так вот снимать прямо в качестве селфи-палки, блин, такая дубинка. Вы знаете, по весу, если вот этой вот штукой кого-то нахлобучить, то мало не покажется. Не знаю даже, вот смотрите. Рулетку я вам не припас, к сожалению, но я думаю, что визуально понятно, что эта штука где-то в районе. Кстати, ссылку я оставлю под видео, там в описании почитайте все характеристики. Вес, длина, ширина. Вот. У меня такой штуки раньше не было. Раньше у меня такой штуки не было, как и велосипеда у почтальона Печкина. Вот, а теперь я добрый. Теперь у меня есть штатив. Смотрите. Мне кажется, классно. Если вам понравился мой штатив, обязательно поддержите его лайком. Закажите себе такой же. Смотрите. Просто пушка. То есть это все устойчиво, главное. То есть даже если вот рукой задеть, он уже у вас не свалится, ничего. То есть дешевые штативы, они вот, его чуть тронул, он бах, упал. А это без проблем. Стоит как вкопанный. То есть как бы вы его ни ставили, вот, хотите пониже, вот вам пониже. То есть сюда можно без проблем поставить зеркалку. К сожалению, у меня ее уже нет, зеркалки. Вот. Но зеркалку, я хочу сказать вам, он выдержит без каких-либо проблем. Это я вам 100% говорю. То есть зеркалку, телефон, камеру можно крепить. То есть это не какой-то дешманский там штатив, который падает. Вот чуть задел его, и он упал. Так что рекомендую. Рекомендую штатив такой к покупке, ребят. Штатив реально классный, если вы любите снимать видосики, берите, парни, не пожалеете. То есть вот, без проблем прям крутите как хотите, хотите снимайте небо звездное, хотите снимайте движуху какую-то. То есть вот эта вот штучка, ну, как отдельная опция у некоторых идет, то есть за доплату. Но я считаю, что лучше доплатить и управлять камерой уже во всех направлениях более точно. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. Ссылка будет под видео. Кому понравился штатив, ставьте лайк.
кому не понравилось мое видео, ставьте дизлайк. И если кому-то не сложно, ну, объясняйте, что вам именно понравилось или не понравилось, пишите в комментариях. Там, нам не понравилось там вот то-то или сё-то. Я не знаю, что вам там все не нравится. Вот. Всем пока, в общем, ребят. И до новых встреч.